Оздоровительные учреждения готовы встретить посетителей круглый год. Конечно, предпочтение отдается именно летнему сезону, когда дети свободны от учебы и могут вдоволь насладиться развлечениями или оздоровительными процедурами. В Адыгее в нынешнем году детская оздоровительная кампания, которая стартовала с 28 мая, охватила более 25 тысяч школьников. Из них более 14,5 тысяч детей в летний период. Кашхабльский центр социального обслуживания населения в этом году получила 186 путевок. В приоритетном порядке путевки предоставляются детям-сиротам, детям-инвалидам, детям из многодетных и неполных семей. 13 июня 30 человек отправились в лагеря. Это такие, как Кавказ и Горный. Следующий поток стартует 5 августа.